Здравствуйте, друзья, враги и прочие люди. Я переехал, у меня может быть эхо, могут быть все прочие вещи. Если что-то, это просто аудиоэффекты, я накладываю, это никакой не эхо, это вот все-таки должно быть. Вообще, я бы хотел сказать, что спонсором данного видео является Arizona Roleplay Phoenix. Ну а пить на протяжении всего видеоролика, так как сейчас жара, так как сейчас жарко, я буду вятский квас. То есть вот, вятский квас, здоровье спас. Друзья из вятского кваса, дорогие люди, представители, если вы меня каким-то образом слышите, пожалуйста, пришлите мне коробку вятского кваса, для вас, то есть копейки, а я буду пить его все видеоролики, все реакции, потому что я устал, я сливаю на него, наверное, все деньги, потому что он еще и стоит дешево, то есть, пожалуйста, пришлите, если есть такая возможность, адрес я вам вышлю, напишите с официального паблика ВКонтакте вашего. Давайте приступим к реакции, потому что сегодня у нас Ися. Так, тихо. Видеоролик называется «Мой новый сервер в GTA Samp». Давайте же посмотрим, какой новый сервак у Иси в GTA Samp. Давайте еще. Да, Иси, конечно, ты идешь на Аризону. Куда тебе еще идти? На Адванс? Так, блядь, ну там уже пиздец. Видел, Иси ушел. Я сказал же, это решение правильное, то, что он ушел. А парни, а вы бы охуели, если бы Иси вернулся на Адванс? Всем васапчик, и сегодня... Привет, привет, Иси, как дела у тебя? Что делаешь? Еще что нового? Узнаете, куда же я все-таки перешел? Куда же ты перешел? Какой я проект для себя выбрал, поэтому прямо сейчас... Какой сервак ты для себя выбрал, Иси? Разгружайте свои лайки, пишите комментарии, как вы думаете, какой это будет проект. Кстати, если что, это мой новый друг, можете с ним тоже поздороваться, зовут Отлично. Его... Как тебя зовут? Тульпа. Блять, долбоёб. Чел, может быть, у тебя мать в канаве? Итак, ребят, я не знаю, понравится вам это решение или нет, но я лично для себя решил, что я возвращаюсь на такой проект под названием Advance RP Blue. Пососи. Ага. Отлично. Да ладно, пацаны, ну какой Advance RP Blue? Я перехожу на проект под названием Advance RP Blue. Отлично, не, приколы реально, мое почтение просто. Ладно, давайте максимально серьезно, я по-настоящему перехожу на проект под названием Arizona RP Payson. Это есть... Плати сын, типа, да? И что, 15-й сервер Аризоны, если я не ошибаюсь. Я думаю, все из вас знают то, что я проводил голосование на YouTube в сообществе, на какой сервер пойти снимать, где... Ну, накрутили, ясно, эти голоса все. Где вы больше всего играете и так далее. И там было 6000 голосов, и из них 4000 человек проголосовало за проект Arizona RP. Почему же Arizona RP? Да потому что это самый лучший проект в Сампе. Думаешь? Играет 15000 человек каждый день. 16, наверное. Да, даже уже. Больше. И тут постоянно выходят крутые обновления. Если взять даже последнее обновление Аризоны, они там добавили кинотеатр, кинотеатр. Офигеть. Если что, мне сказали, что там можно смотреть даже порно. Oh, wow, wow. Поэтому, ребят, скачивайте лаунчер от Аризоны, выбираете здесь ага, Пейсон, на котором надо? Я буду играть и снимать. Вписывайте ваш никнейм, у меня никнейм Исунори. У меня никнейм Данте Коннор, друзья, и это самое, заходите на Аризону Roleplay Phoenix, IP в описании. Там же мой промокод NoToxic54. Он вам тоже понадобится. И потом просто нажимаете играть. Отлично. Братуха, братуха, включи Моргенштерна. Вот типичный пример малолетнего дебила. Вот такие. Пацаны, как только будете регистрировать свой аккаунт на этом сервере, пожалуйста, вписывайте мой никнейм при регистрации. Это Исунори Инари. В описании загляните и поймете, как это правильно пишется. Можете просто скопировать. Там будет такое окошечко, откуда вы узнали об этом сервере. Выберите от друзей и именно туда впишите мой никнейм, чтобы потом получить за это бабки. Также давайте прямо сейчас сделаем наш собственный промокод, который давайте сделаем. И с него получать также. Но лучше деньги. Вводить мой промокод, друзья. Вы, наверное, все это должны знать. Поэтому пишем /MN, выбираем система промокодов. Создать свой промокод можно с 10 уровня. Я так понимаю, где-то здесь я могу себе купить уровень, вот XP. Так, 3 AZ коина, это 1 XP. Сколько мне нужно, блять, тогда купить XP? Мне просто по математике тройка была. Да может быть даже один. Сколько нужно XP, чтобы был 10 левел? Вы 22-й в очереди? Ебать. Вот так вот, да, бывает иногда.
Вот, да, конечно, пьет. На других... Нет ничего лучше, чем вятский квас. Это вот все энергетики у вас, бля, поджелудочная сгниет, а вятский квас, он будет с вами всегда. Крах было намного быстрее. Здравствуйте, в общей сумме 150 примерно. Да, все, теперь мы сможем сейчас создать наш собственный Давай, промокод. Теперь сейчас. Так, я хочу сделать себе промокод хэштег Уснори, потому что я всегда юзаю такой промик. Поэтому давайте его заменим на хэштег Исунори. Все, ребят, поздравьте, я создал свой промокод. Отлично, это хэштег Исунори. Поздравляю. Поэтому тоже его вводите, просто пишите /mn, выбираете тут промокод, давайте тоже введем свой промокодик, хэштег Исунори, все, мы промокод этот ввели, и вы также его тоже вводите, чтобы я его смог потом прокачивать. Кстати, ребят, я так решил то, что я буду сам прокачивать свой аккаунт, то есть с полного нуля, бублик с дыркой, поэтому, ребят, понятно, залетайте ко мне на стримы, я прямо на стримах буду прокачивать. И ко мне на стримы залетайте, потому что стримы мои, это тоже круто. Свой аккаунт, и вы также сможете его вместе со мной прокачать. Но кто уже играет на этом сервере, если меня смотрят мажорчики какие-то, я Блин, тоже... это дизайн у вятского кваса крутой, кстати, смотрите. Буду очень сильно рад, если вы мне немного поможете... С лесными ягодами, с таким вкусом. Фишкам, так скажем, внесете свой вклад в мое развитие. У меня сейчас... Ну, умственно, надеюсь. Есть очень много идей, что можно поделать на этом сервере, какие... Что же можно поделать? Какой контент вам должен понравиться, что поделать на стримах, поэтому, ребят, вы тут точно не заскучаете. Думаешь? Я надеюсь, то, что я здесь останусь надолго и, наверное, даже навсегда. Ну и я всем тоже. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, что вы думаете, правильно я сделал или нет, но надеюсь, вы будете уважать мой выбор. Да ты нам не нужен, на самом деле. То куда? А я посъебал. Комфорт при надевании и ношении. В общем, ладно. Надевание и ношение, это, конечно, все отлично, но Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, все это находится в описании данного видеоролика. Заходите, узнавайте, познавайте, и всем пока.